В общем, все, друзья, мы только что построили наши бункеры для ядерного апокалипсиса, для ядерной войны. Ну и давайте мы, ребят, сейчас осмотрим, что мы построили. К сожалению, друзья, слишком бункеры большие, чтобы сразу все-все-все заспавнить. У нас сегодня целых 16 человек на сервере, то есть, ребят, фулл сервер. И первый у нас, ребята, бункер от Лени. Посмотрите, ребят, да, вот такой вот прикольный у него вход. Сразу же, конечно же, друзья, напоминает вход в дом Губки Боба. Вон у нас его. Так, заходим. Что это, Леня, у тебя здесь? Баллоны. Какие-то, ребят, смотрите, шкафчики прикольные. Ого, смотрите, ребят, костюмы химзащиты, нифига себе. То есть, да, ребят, получается первая комната для обеззараживания. Теперь у нас, ребят, смотрите, вот такие вот прикольные тут столики, можно покушать. Так, тут, видимо, медикаменты. Ну и давайте вот сюда вот мы зайдем, что у нас здесь. Так, оп. Ну здесь у нас, получается, ребят, туалет и умывальники. Следующий у нас, ребят, смотрите, еще одна идет комната, тоже забронированной дверью, как будто в каком-то сейфе. Так, открываем. Ну это же смотрите. Кухня, ребят, какая-то огромная колба, нифига себе. Элеватор, это у нас лифт. Ид, это у нас столовая. Так, ид это... типа припасы, ребят, все-все-все. А здесь у нас, ребята, лифт. Смотрите, самый настоящий лифт, вы понимаете? Так, закрываем двери, оп. И наверх, ребята, поднимаемся. Прям максимально, друзья, четко сделано. Так-так-так-так-так, оп. Ну здесь у нас, ребят, получается, люди спят, отдыхают, все выжившие. Так, у нас здесь также, ребят, смотрите, оружие. Нифига себе. Припасы. Да, ребят, всевозможные боеприпасы, оружие. Ну, в общем, да, друзья, вот такой вот прикольный первый бункер от Лени. Очень прям круто сделано. Прям максимально. Особенно, смотрите, ребят, лифт самый настоящий он сделал. Следующий у нас, ребята, бункер для ядерной войны от Волка. Посмотрите, ребята. Что это? Так, что он, ребят, такой высокий? О, все, запрыгнул. Давайте, пацаны, запрыгивайте, запрыгивайте. Честно вам сказать, пока что как-то неудобно, да, сделано? Так, смотрите, ребят, бункер, в принципе, довольно-таки неплохой. То есть, смотрите, да-да-да, это чисто, ребят, от взрыва. То есть, здесь жить будет довольно-таки проблематично, сами понимаете. Довольно-таки мало всего. Смотрите, есть какая-то такая, ребят, панель управления. Так. Открываем, получается, ребят, вот эти вот, смотрите, окна мы можем открыть. Смотрите, нажимаем на вот эту кнопочку, и они, ребят, открываются. Вот, довольно-таки прикольно сделано. Ну и, конечно же, если там большая слишком радиация за окном, просто берем и закрываем. Окей, прикольненько. В общем, да, друзья, вот такой вот мини-бункер. Ванна даже, да, прикольно такая сделана. Панель управления. Вот такой вот, да, друзья, мини-бункер у него получился. Еще какая-то, смотрите, ребят, панель управления. Следующий у нас, ребята, бункер от Хоткиллера. Так, Хоткиллер. Оп, открываем, ребята. Заходим. Прикольненько сделано, только, знаете, он слишком какой-то маленький, да, какой-то советский такой у него получился бункер. Я думаю, от ядерной бомбы не очень. Ну, то есть это, ребят, да, он вряд ли защитит, потому что его просто-напросто взрывом снесет, да, то есть от радиации он может и защитит, а вот от взрыва вряд ли. И вот, ребята, посмотрите, что у нас сделал Мумия и Сталкер, они, получается, вместе делали. Так, открываем, ребята, нифига, смотрите, настоящие ворота. Фига себе. Ой-ой-ой, надо успеть забежать. Давайте, забегайте. О, тут у нас, ребят, смотрите, припасы, еда. Очень-очень много комнат. Давайте с вот этой вот начнем. Так, что у нас здесь? Газовая печка. Смотрите, нифига себе, душевая, это, да? Да? Раковина, унитазы. Ну, короче, да, ребят, это чтобы там помыться, в туалет сходить. В принципе, круто. То есть это самый настоящий, да, ребят, жилой бункер. Человек так минимум на 5 на 10, где-то вот так вот. Ну, в общем, можно сказать, на семью или даже на большую группу людей. Потом, получается, здесь у нас, ребят, панель управления, да? Следить, так сказать, за датчиками, за радиацией, следить там за новостями, ну и так далее и тому подобное. Ну и, ребят, следующее правило. Если в бункере остается после взрыва хотя бы один живой человек, бункер не разнесен просто в клочья, нет там огромных дырок, да, то есть чтобы радиация туда проникла, хотя бы чтобы была одна комната, где остались живые люди. Этот бункер считается безопасным, и, соответственно, не зря его построили. В каждом, ребята, бункере минимум по 3, по 4, по 5 человек. Давайте мы сейчас кинем наши бомбы. 3. Жестко, ребята. Так, это получается, ребят, только была подготовка. Сейчас мы скинем прям максимально, ребята. Такой вот взрывчик. Так, о, ребят, пошло дело. Смотри, сейчас будет прям... О, атомный взрыв. Офигеть. Нифига себе. Ну и давайте, ребят, посмотрим, что, в принципе, вообще случилось с бункерами. Ну, кстати, при этом Ленин бункер, увидите, его не пробило. Давайте посмотрим, ребята, на бункер Волка. Не, у Волка, вы видите, чисто повыбивало все двери, все окна. Соответственно, там все погибли, плюс радиация попала. Короче, просто, ребята, минус. Хоткиллер. Смотрите, ребят, ну, в принципе, то же самое. Просто изнутри, смотрите, его, ребята, разорвало. Огромные дырки, радиация. И вот, ребята, что у нас с бункером Мумии.
Так, ага, смотрите, ребят, повыбивало всевозможные двери, очень все плохо. Но, кстати, при этом, смотрите, ребят, вот в этом вот помещении нет пробоин, да, в самом главном, то есть где были выжившие, в панели управления. И люди реально здесь выжили. Получается, ребят, в бункере сталкера и муми можно выжить. И также, ребята, в бункере Лёни тоже можно выжить. Увидите, большинство выжило, некоторых, конечно, оглушило взрывом, но, в принципе, зато они, ребят, выжили, и радиация вовнутрь не проникла. Ну и, ребята, 4 новых бункера, посмотрите, вот они, да, ребят, целых 4, вот такой вот маленький, и 3 просто огромных. Ну давайте мы с маленького, в принципе, начнем, потому что он, ребят, маленький, тут, в принципе, осматривать особо нечего. Оп, о, что, ребят, с ним, куда он побежал? Че за жесть, чего? Перемещающийся бункер. Ладно, ребят, нормально, все, забежали. Вот такой вот, да, ребят, мини-бункер. Мы его уже, кстати, использовали в одном ролике. То есть это переделанный, ребят, бункер. В принципе, прикольно, но я, ребят, чую, в нем невозможно будет выжить. Следующий у нас, ребят, такой вот огромный, просто огромнейший, ребят, военный бункер от Гукича. Посмотрите, ребят, Гукич просто реально круто постарался. Открываем, ребят, получается, вот эти вот огромные, просто смотрите, толстючие ворота. Это у нас, ребят, смотрите, лифт, внимание, да, то есть уже тревога играет. Тут, в принципе, все, ребят, пустое, потому что, опять же, это военный бункер. Здесь может стоять техника, военные, патроны, боеприпасы. В общем, все, что надо, сюда, в принципе, привезут на грузовиках и так далее. Так, ребят, на лифте теперь мы едем. Я так понимаю, ого, вот это лифт, нифига себе. А у меня аж убило. Да-да, ребят, дикий прям лифт, капец. Смотрите, у нас все такие вот здесь припасы, какие-то бочки, видимо, да, бочонки с водой, или какие-то боеприпасы есть, возможно, или еда. Тут у нас получается, ребят, смотрите, спальные мешки, да, для военнослужащих. О, вот и еда. Вот, ребят, можно здесь покушать, отдохнуть. И вот, ребят, всевозможные бочонки, я так понимаю, специальной смесью против радиации. И это у нас, ребят, панель управления. Ошибка, получается, ядерная атака. Прикольненько, ребят, очень прям атмосферно сделано. Довольно-таки, да, ребят, я думаю, в принципе, в этом бункере можно будет выжить. Следующий у нас, ребят, от Густава. Густав, вот, ребят, стоит у нас. Показывай. Здесь, да, вход, я так понимаю? Все, погнали. Смотрите, ребят. А, что с дверьми? Где, ребята, двери? Ну, я так понимаю, не доделал. Ладно, ладно, ребят. В принципе, представьте, что здесь есть двери, просто не успел человек доделать. Ладно, давайте, ребят, вниз. Спускаемся. Оп. Так. Смотрите, ребят, еще здесь какие-то герметичные супер двери, нифига себе. Внизу у нас, ребят, смотрите, огромнейшее количество комнат, нифига себе, смотрите, припасы прям он выложил. Смотрите, да, прям каждую, ребят, штучку можно взять, нифига себе. Вот, ребят, еще одно помещение с бочонками, так, вот, ребят, еще какие-то припасы у нас здесь. Поднимаемся наверх. Так, давайте сразу сюда затепаемся, опять же, Густав просто-напросто не успел доделать, так-то он, ребят, круто строит. Здесь еще какое-то помещение. Здесь у нас, ребят, смотрите, еще что-то должно было быть, видимо. Ну, в общем, да, друзья, вот такой вот прикольный у него получился бункер. И мы пока, ребята, смотрим, получается, последний бункер от Бейлса. Так, Бейлс. Ну, то есть, да, ребят, смотрите, получается, сверху у него такой вот огромный сарай, в котором, ребята, получается, бункер, да, бомбоубежище. Так, о, лесенка, оп, прыгаем. Нифига себе, все, ребят, закрывается. Ё-моё, круто, ага, круто. И какой бункер, ого, конечно. Четко, четко. О, нифига себе, смотрите, ребята. Ё-моё. Так, здесь какие-то шкафчики, видимо, тоже с припасами. Какой-то, ребят, подъемчик. А ну-ка, ой-ой-ой. Прикольненько. И давайте мы теперь, ребят, по лестничке вверх, да, поднимемся. Сколько, смотрите, ребят, у него дверей всевозможных, да. Всевозможных крутых, ребят, комнат, холодильники огромные, еда. Ну и теперь давайте мы сейчас, ребята, испытаем эти бункеры. Давайте, ребята, мы скинем прям по эпицентру. Все спрятались, все готовы выживать. 3, 2, 1. О, все, ребята, просто сейчас будет атомный взрыв, точнее ядерный. Что-то мне показалось как-то слабенько, ребят. Давайте 2 раза скинем. Ну, в принципе, в предыдущий раз тоже, ребят, было 2 раза. О, вот это, конечно, было уже помощнее. Так, давайте мы, ребят, начнем с вот этого бункера. Так, залетаем вовнутрь. Это у нас, ребята, от Густава. Серьезно, он пережил? Смотрите, ребят, нету пробития. Даже дверь не пробила, серьезно? Да, ребята, даже дверь не пробила. И зачем на сервере вообще нету год-мода? То есть я его просто взял, отключил. Соответственно, его никто не может включить ни на персонажей, ни на постройки. Так, следующий у нас, ребята, бункер, смотрите. Вот, от Тугузбаева. Его как бы, смотрите, кстати, не пробило, но при этом внутри, увидите, ребят, его просто там убило осколками. Вот, ребята, посмотрите, что с бункером Гукича. Так, влетаем вовнутрь. Ну все, я думаю, у него тут радиация. Пробойно, смотрите, ребята, огромная. Лифт тоже, ребят, пробило, сюда радиация попала. Так, пацаны, вы умираете, Гукич, Волк. Сейчас, ребят, все, смотрите, просто от радиации поумирали, ё-моё.
Ну, короче, да, ребят, к сожалению, он не выдержал ядерную атаку, все военные здесь погибли. Ну и, ребят, последний бункер отбейлся. Посмотрим, что с ним. Серьезно, смотрите, ребят, получается, люк даже особо не пробило. Так, внизу, видите, довольно-таки серьезные здесь повреждения. Но при этом дальше взрыв, вы видите, не прошел. К сожалению, ребят, смотрите, ему, правда, крышу пробило, но при этом они, вы видите, в самой-самой главной комнате спрятались, и здесь как бы все выжили. Да, вы видите, ребят, здесь как бы пробитий нету, но при этом большая часть бункера заражена, и это как бы реально плохо. Но при этом, как бы, да, люди выжили, которые здесь были. Ну и, ребята, мы заспавнили еще 4 бункера. Мой, давайте, ребят, будет первый. В общем, смотрите, мы заходим, получается, в домик вот такой, да, который сверху. Тут у нас, ребят, такой вот люк, он сразу открытый, чтобы сразу же можно было сюда вовнутрь забежать. Так, получается, ребят, закрываем этот люк, все, смотрите, герметично. Потом, ребят, открываем вот эту вот комнатку, заходите, давайте. Вот, закрываем. Потом, значит, ребят, вот сюда вот мы заходим, оп-оп-оп-оп-оп. Дальше у нас, ребята, супер тут прокачанная шняга, смотрите, целых 3 уровня защиты. Первый у нас, ребята, этаж чисто защитный, да, для очистки выживших от радиации, чтобы, в принципе, вообще сюда радиация никак не попала. Увидите, огромнейшее количество защитных дверей. Всякие там люки, двери и так далее и тому подобное. И вот, ребят, сам жилой должен был быть комплекс. Но опять же, я просто-напросто не успел. Вниз, значит, сюда спускаемся. И здесь у нас, ребята, идут такие вот жилые комнаты, огромные. Опять же, это чисто, чтобы пережить ядерный удар. Но его можно потом как бы подготовить и для того, чтобы еще и выживать. Следующий у нас, ребята, бункер Сталина. Посмотрите. Так, у него там что-то, ребят, двери заклинили. Заспавниваемся вовнутрь. Нифига себе, смотрите, ребята, ё-моё. Тут, ребят, какие-то офисные такие вот столики, да, для работы Сталина и его, так сказать, людей. Вот, ребят, тут боеприпасы, оружие, всякие базуки. И тут, ребят, смотрите, казарма у нас. В принципе, нифига себе кровать, чё она такая большая? Для кого? Для гигантов каких-то? Смотрите, ребят, кровати просто огромные. И вот, ребята, посмотрите, что у нас сделал Ярик. Ярик, привет. Оп, заходим, ребята, сюда. Оп, все. Смотрите, в общем, да, друзья, огромнейшее количество припасов, но сам по себе бункер маленький, вы видите. То есть, я думаю, вряд ли он, ребят, переживет саму атаку. Ну и вот, ребята, посмотрите, что у нас сделал Паути Холл. Офигеть. Это что, ребят, за просто какой-то огромный саркофаг? Так, Паути Холл, мы к тебе пришли в гости. Открывай. Смотрите, ребят, да, это вход. Вот такая-то огромная шестереночка. Так, оп, опа-на, все, ребят, зашли. Закрывается он, ребят, смотрите, обратно. Нифига себе, круто сделано, круто. Максимально, кстати, прочно все сделано. Так, смотрите, ребят, первый у нас получается такой вот прикольный отдел. Открывай-ка двери, Паути Холл, ко мне. Оп. Смотрите, ребят, припасы, да. Топливо, ящики, радиостанция, ребят, холодильник, противогазы. Смотрите, ребят, сколько противогазов, капец. Я, кстати, друзья, еще ни в одном из бункеров не видел противогазов. Тут, ребят, у него они есть. Так, реструм — это комната для отдыха. Смотрите, ребят, ну да, получается спальня. В принципе, прикольно. Смотрите, будильник, шкафчики. Огромнейшее количество двухъярусных кроватей. Потом у нас, ребята, сломанная, смотрите, нифига себе. Реально, ребят, сломанная получается комната, да, пустая, так сказать. Генератор. Нифига себе, офигеть. Смотрите, ребят, да, генератор самый настоящий он поставил. Канистры с топливом. И вот, ребята, лаборатория, посмотрите. Ё-моё, круто-круто. Заходим, получается, вовнутрь. Вы серьезно, что это? Какие-то, ребят, смотрите, механизмы, лава, пар, везде все работает. Колбы, смотрите, какие-то, ребят, с роботами. Да, ребят, смотрите, это роботы, роботы у него, нифига себе. Тревога уже, ребят, заиграла. 3, 2, 1. Давайте, ребят, короче, на эти мы бункеры целых 3 атаки проведем. Это, ребят, подготовительная, так сказать, атака. Так, теперь, ребят, огромный сейчас будет прям массовый такой вот удар. Пошло, ребята, дело. И, ребят, третий сейчас будет. Давайте немножко в левую прям сторону, то вы видите, все прям летит что-то вправо. Немножко, ребят, влево теперь возьмем. Капец. Кто вообще, ребята, выжил? Давайте сначала смотрим, что с моим. Так, так, так. Бункер Паутихола, по крайней мере, развалился. Смотрите, 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 ребят, что с моим. Так, заходим вовнутрь сюда. Так, двери выбило. Люк, люк, что с люком? Нет, ребята, люк тоже выбило, двери выбило. Эту дверь тоже выбило. Эти все, ребят, тоже двери выбило. Капец, это просто, ребята, смерть. У тебя не осталось дверей? Не-не-не-не, походу что-то осталось. Нет, ребята, никто не выжил, блин. Теперь у нас, ребят, Олафа идет бункер. Ой, ну тут, ребят, все тоже, видите, довольно-таки... Он справился вроде. В смысле? По-моему, пробитие есть. А я пока что не наблюдаю. А, да, нет, ребят, показалось, нет у него пробития. То есть, смотрите, ему повредило внешнюю часть, но при этом, смотрите, да, ребят, все как бы осталось более-менее целое.
И даже внутри вы видите повреждения вообще минимальные. Ярик, я как ребята говорил, там просто все погибли. Да, ребят, во-первых, двери пробило, к сожалению. Просто, просто контузило. Плюс ребята осколками их поубивало. Ну, плюс радиация, осколки. И, ребята, бункер поутихола, на мое удивление, не справился. Смотрите, ребят, его просто расщепило почему-то на атомы, реально. И вот, ребят, главный как бы отдел с лабораторией. Ой, пробоина какая! Не, все, ребят, там просто все погибли, капец. Хоронило всех. Получается, ребята, бункер Олафа выдержал. И как бы все, да, ребят, только, в принципе, его единственный бункер и выжил. В общем, да, друзья, вот такие мы сегодня прикольные бункеры построили для ядерного апокалипсиса, для ядерной войны. Так что обязательно поддержите лайками. Всем пока-пока-пока.